Привет. Так, сегодня я похожу в карапты на режим убийцы на боевом луке. В принципе, все. Кто ты? Курса 8-3. А проблема в том, что мне с ней драться просто нет смысла вообще. Она на демонических ботинках. И толку мне ее бить. Пусть переставляется, это как минимум. А во-вторых, это шоточья курса. Интересно, он переставил ботинки или нет? Я хочу его ударить, чисто так. Ну. Ой, подожди. Да, он переставил ботинки. Спокойно. 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 Да, напряжно, напряжно, скажу я вам, напряжно. Ну что мне с ним делать? Что? Что? Он сейчас пойдет отхилиться на мобе, смотрите. А, он переел суп. Понимаю. Просто на мобе пойдет отхилиться. Я с этим ничего не смогу сделать. Вот, он хилится на мобе. Ну окей, ладно. Я умер или нет? Не пойму я. Да, я умер. Соло лук, интересно. Вообще, он вообще не то делает. То есть я вижу, он с руки вообще не бьет. То есть, ну, в чем смысл? Он с руки вообще не бьет абсолютно. Смысл соло лука, кайт еще, бить еще с руки параллельно яду. То есть у тебя в приоритете нужно настакать 6 стаков. А, вот он. Все, вот он. Так, окей. Кто ты? О, курса. Но нет, демоники. Это плохо. На демониках, конечно, плохо. Там она убежит просто-напросто. Она сейчас убежит. А почему на меня? Почему ты на меня сагрился?
А, он попал в ловушку? Он хилится, кстати, не будет быстро. Поэтому я его сейчас догоню и... Ой, как он зря это сделал. Я специально наступлю. Он зря это сделал. О, неплохо. 441 тысяча. Вот мы и наигрались. Вот он бежит, бежит. Я не успею уже, ладно. Да. Та-та-та. Я не успеваю. Я хочу его загрить, тычку дать. О, это плохо я сделал. Ну да ладно. Ой, как в какой я просто гадости. Вы даже не представляете себе. Вы даже не представляете, в какой я гадость попал. Ой, пожалуйста, не надо. Фу, спасибо. Да, есть. Я специально в сторону ушел. Отлично, хорошо. Хорошо. У меня сейчас откатится. Хорошо. Отлично, вообще замечательно. Просто топово. Топово, топово, топово. Да! 800 миллионов инфейма. Ой, 800 тысяч инфейма. Ой, инфейма. Забейте, короче, я его убил. Все. Но против этого, типа, можно поиграть. Против этого можно. Но и то, пока я дамажу, понимаете? Я выигрываю до тех пор, пока я за ним бегу, потому что он может от меня убежать. Как только я начну проигрывать, и у меня нет шансов. У меня вообще нет шансов. У меня не будет шансов просто даже малейшего шанса убежать. Но на ловушке хочет поймать, это очевидно. Да. Ему ботинки надо переставлять, чтобы меня убить. Ой-ой, ошибся. Да. Я сам ошибся, на ловушку попал. Это арбалет или лапы? Арбалет или лапы? Арбалет. Отлично. Он бежит за мной? А почему так? Почему так дерзко?
Почему так дерзко за мной бежишь? Разве так дозволено бежать за мной? Смотри, одна стрела. А, вон она что. Это подождите, это падальщик? Это падальщик, серьезно? Хороший, так сказать, ну, ешка хорошая. А что у него? А, я понял. Ну тут, да, я понял. Понял. Я понял, понял. Ага, ну понятно. А, он сразу решил начать с такого, ну ладно. А ты уверен, что тебе хватит урона? Если ты сразу с куртки начал. У меня-то РК откадышится быстро. Ой-ой-ой. Это ошибка была. Он умер. Мужицкая драка просто один на один. Хотите посмотреть, как луки месятся? Вот, мужицкая драка один на один до последнего. Блин, все сломалось. За что? Итог сегодняшнего фарма в проклятых данжах. Значит, за весь стрим я зафармил 7 миллионов... 100 тысяч, ну не, ладно, не 100 тысяч считать не будем, 7 миллионов. Я зафармил 7 миллионов, из них на покрытие расходов на мои смерти, которых было сегодня 2. Я отлетел от курсы и отлетел от фроста. То есть я потратил за счет этого 1300, ой, точнее лям 300 серебра, ну примерно. Вот, это серебро мы отнимем от основного, то есть от 7 миллионов. В итоге получается 5 миллионов 700 тысяч я сегодня заработал за стрим. Ну и при этом у меня же 15 миллионов есть на счету, плюс еще на аукционе. А, на аукционе, давайте я вам покажу. На аукционе, что у меня там происходит. Значит, на аукционе такой расклад. То, что у меня здесь стоят тоже вещи. За 20, за 30 тысяч, за 100, за 90. Ну, в общем, видите, да? То есть цены приемлемые. Тут вот 188 тысяч, щенок лютоволка, если что, и накидка форстерлинга, тоже дорогая. Ну, в общем, вещи тут стоят адски дорогие. Тут минимум еще вот бревно еще стоит по 1000. Это примерно 130 тысяч, наверное, или около того. В общем, тут где-то 1,2 миллиона. За 20 миллионов я уже нафармил. На текущий момент, на 8-й, или какой, это 8-й, да, будет день. На 8-й день я нафармил уже более 20 миллионов, это 100%, если я все продам. Как-то так. В общем-то, все. Пока.